Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Я всегда привлекаю только самые лучшие обстоятельства и позитивных людей в свою жизнь. Повторяем один раз, и вы посмотрите, что в вашей жизни будут только самые лучшие моменты. Ну а теперь небесное послание на 7 марта. Принятие. Для того, чтобы начать менять что-то вокруг себя, сперва нужно искренне принять это. Без принятия не может быть трансформации. Это послание дано вам для того, чтобы вы могли отказаться от тревожащих и жестких идей вашего видения вещей. Не вклиниваться, не стремиться наладить или улучшить, а смотреть вглубь. Видеть это и принимать, даже если нынешнее положение вам совсем не нравится. Это не покорность и смирение, а покой. Принятие в данном случае – осознанное чувство, отказ от страданий и ожиданий. А невероятные изменения происходят только через гармоничный контакт с реальностью. Найдите что-то хорошее, за что вы прямо сейчас можете быть благодарны этой ситуации и Вселенной. И даже если в эту минуту вам тяжело, все равно отыщите то, за что вы можете сказать спасибо. Сейчас высшие силы хотят напомнить вам о важности принятия любых ситуаций и о том, что-то, что должно поменяться или уйти, поменяется и уйдет. А то, что должно измениться и расцвести, изменится и расцветет в новом цвете. И в течение всего дня обязательно повторяйте такие слова. «Я живу настоящим, а прошлое спокойно отпускаю». Повторяем 7 раз, и вы посмотрите, что в вашей жизни уйдет все негативное и придет спокойствие.